Приветствую вас, друзья. В этом видео поговорим с вами, что нас ждет с выходом патча 1.30, который у нас в среду, 23 октября. Итак, во-первых, заканчивается событие «Товарищ инженер». Закрывается режим «Натиск», ну точнее выключается. Линия фронта на 9 уровне тоже уходит в небытие. А также «Стальной охотник». Зачем, правда, об этом писать, если он на протяжении следующего патча тоже будет включен? Также закроется возможность выполнять задачи раннего доступа. Выход обновления 1.30 предположительно затянется до 2 часов дня, но это время обычно пишется с запасом. Скорее всего, серваки включат немного раньше. Также в этот день, скорее всего, запустят продажу новых порталов, ключей там и всего остального, где можно будет получить и старые премтанчики, и два новых, а также десятку. Также запустится в 16.00 23 октября режим Waffentrager, где можно будет выполнять задачки, проходить прогрессию, где можно будет получать наградки. 6 ноября закончится режим Waffentrager, тем самым мы сможем в него поиграть 2 недели. В среду оно начинается, и через 2 недели в среду заканчивается. Теперь подробнее поговорим про конструкторское бюро на XM57. 12 ноября стартует это конструкторское бюро. Вначале поговорим про сам танчик. Во-первых, можно будет получить танк с 3D стилем. Их будет 30 тысяч. На 5 тысяч меньше, чем раньше. Также 45 тысяч танков без 3D стиля, что тоже на 5 тысяч меньше, чем раньше. Итого 10 тысяч танков срезали. Хотя вроде как осенью должен повышаться онлайн и должно быть больше людей, игроков. Но что-то как-то лес-то, видимо, работает в обратную сторону, поскольку с выходом патча 1.30 еще и 7-й сервер закрывается. Видите ли, он не пользуется спросом. Хотя по онлайну 7-й сервер далеко не последний. Мощности этого сервера перебросят куда-то там, на другие серваки. Ну, все говорит о том, что онлайн не растет. Об этом легко догадаться. Можно даже об этом не говорить. Все и так все поняли. Так вот, что хочется сказать про этот XM57. Во-первых, их будет немного меньше. Во-вторых, можно брать этот танчик за следующие ресурсы. Свободный опыт 65% можно будет заполнить, чтобы взять этот танк. Раньше можно было намного меньше. Очень мало свободки можно было залить. В этот раз стало немножко лучше. Смешно, что Карина в видосе говорит, что можно нужное количество ресурсов заливать в этот танчик, сколько хочешь там. Но по факту тут ограничений очень много. И ты не можешь закинуть на этот танчик столько, сколько хочешь, поскольку ты везде упираешься в какие-то ограничения. Так вот, свободки 65%, кредиты 100% и боны 100%. Прем-аккаунта снова можно залить только 22%, чертежей 14% универсальных, остальных чертежей 22%. Золото нельзя будет заливать вообще. Теперь поговорим еще и про 3D-стиль. Он снова ужасен и ничего не вызывает. Это просто номерок сзади, а также маскировочная сеть, намотанная на танк. И в принципе и все. Ничего интересного. И такими 3D-стилями Леста нас кормит уже не первый, а может быть даже и не последнее конструкторское бюро. Это прям, скажем, отстой. Первое конструкторское бюро 3D-стили были реально классные. А сейчас ни о чем. Ну а что, мужички покупают, можно и сэкономить. Теперь поговорим про броню этого танчика. В НЛД у нас 200-220 мм, в зависимости от того, куда целиться. И даже когда ты доворачиваешь, брони особо не добавляется. А местами даже можно найти и 180. В ЛД, да, крепкая. Там 300 плюс миллиметров, под 400 бывает. Впереди, прям на краю ВЛД, 330 миллиметров. В принципе, ВЛД крепкая. Маска крепкая, вокруг маски крепкая. Сама башня и рубка, которая, так сказать, даже это уже не рубка, а за рубкой. Жопа выпирает, там 300 миллиметров. Это все замечательно, но во лбу вокруг маски есть 280-290 миллиметров. И когда мы играем от УВНов 13 градусов, тут гидропневая подвеска еще есть, то у нас во лбу, в нижней части, вокруг маски, открываются такие вот прямоугольнички, где 260 миллиметров. И это прям отстой. То есть можно просто возле маски пробивать прям в лоб. Когда играешь от УВН 13 градусов, лючок не видно. Но когда не играешь, то лючок видно и в лючке, который у нас там ближе к середине танка. Всего лишь 140 приведенки. 150 там,
в зависимости от того, куда целиться. Что такое на 10 уровне лючок 140 мм? Это можно фугасами пробивать. Любой танк с фугасницей спокойно туда пробьет. Также эти самые 13 градусов, они работают только вперед. Когда ты начинаешь пушку поворачивать в бок, орудие поднимается вверх, и башня полностью не вращается. То есть, когда мы орудие поворачиваем в сторону, и мы его даже до конца в бок не можем повернуть, наши УВНы превращаются в ничто. То есть, по факту, у нас пушка только вперед опускается. То есть, по сути, броня у нас несложно пробивается, башня полностью не вращается, УВНы есть только вперед, плюс тут есть гидропневмоподвеска и очень дырявый лючок на жопке. Очень дырявая огромная НЛД. Также тут стабилизация 0.24 от движения, 0.24 от поворота корпуса. Это очень плохая стабилизация. И только от поворота башни 0.13, что более-менее. Также у нас сведение 2.3, точность 0.38. 285 пробития ББшкой, 360 пробития кумулем, альфа 650, ДПМ 2700. Максималка вперед 30, назад 10, удельная мощность 12. 1900 хп, что не особо-то много. В общем, так смотрю на эти параметры танка и не пойму, нахрен он нужен вообще. У меня желание получать этот танк, ну, в районе нуля. А ресурсов этот танк прожрет очень много. Ну, как-то предварительно оценивать этот танк тяжело. Тяжело сказать, что он какой-то хороший. Выглядит так себе. Следующая новость, это то, что 2 декабря можно будет получить заслуженную награду. А то люди спрашивают, когда. 2 декабря. С 11 ноября по 10 декабря пройдет предновогодний веб-марафон «Приятные хлопоты». За выполнение можно получить Гансала. Это британский ТТ-8 премиумный. Это то же самое, что и Калеван, только пушка не барабанная и более приятная. Он, кстати, неплохо так фармит, но играть на нем тяжеловато. Пушка про альфу и немного кривоватая. Танчик не прям уж сильно бронированный, поэтому нужно прям стараться на нем играть, чтобы что-то наиграть. Танков будет, как обычно, 1750 танчиков разыграют. Среди тех, кто до 18 ноября пройдет все задачи, а самые быстрые 250 игроков сразу получат этот танчик. С 1 по 6 ноября можно будет получить немного мелких наградок. Это акция на День народного единства. Ну и с 4 ноября по 11 декабря будет сборочный цех, где можно будет получить британскую ПТСАУ 9 уровня ФВ-205Б Аллигатор. Что касаемо брони Аллигатора, то тут все вроде как хорошо с броней. Но десятки могут ВЛД пробивать, конечно, поскольку там 270 мм. В рубке у нас около 300, а в маске 250-270. Также есть еще на рубке лючок 200 мм. В принципе, все крепкое, все бронированное. Единственное, что голду оно танчить будет с трудом. На 9-10 уровне очень много пушек, которые на голде будут выдавать намного больше, чем 300 мм. То есть это танчик чисто для танкования, не голды. А где вы ее там в рандоме найдете, без понятия. ДПМ 3000, точность 0.35, сведение 1.8, стабилизация движения и поворота корпуса 0.20, что так себе. А вот от поворота башни, которой нет, 0.06. Но это, видимо, от поворота пушки. Максималка вперед 30, назад 14, удельная мощность 10.5, 1900 хп. Прикольно, что тут на девятке 1900 хп и на десятке за конструкторское бюро тоже 1900 хп. В общем и целом, такая вот ПТ-шка, чисто аналог тортика. Пробитие у нас основным снарядом 268 под калибером и 310 кумулем. Вот такой вот прям танчик 9 уровня. Я, наверное, вряд ли его полюблю, поскольку меня будут голдой фаршировать по контуру, и я ничего на нем не буду танковать, поэтому, ну, такой себе. При том, что он еще и не едет. Короче, танчик на любителя. Вот такие вот новинки нас ждут в патче 1.30. Ну и в целом смотрю я на все эти новинки и типа, ну, аллигатора там можно получить, оно там само выполнится, само получится, пускай валяется в ангаре. От того, что он просто есть, ничего плохого не будет. А вот закидывать кучу ресурсов на XM57, какое-то сомнительное занятие, как по мне, как-то не впечатляет танк. Особенно 3D стиль этот душный, ну такой себе. Ну, в принципе, и все. С вами был Варчик, играйте красиво, подписывайтесь, ставьте лайки, всем удачи и пока.